Кока-кола. Нет, по-моему, тут по-другому написано. Кока-кола. Илья Муромец против Супермена. Битва героев в наших сердцах. Кто-то пишет, почему у Супермена значок Яндекс.Браузера? Действительно, смотрите, какой-то странный Супермен. Технологии будущего. Мяу, 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 мяу. Ну, короче, это книга для котов, написанная на кошачьем языке. И да, друзья, всем привет, меня зовут Макс, и в этом ролике с вами будут мимасы. У людей с холодными руками очень доброе сердце. Кто-то пишет, в морге много добрых людей. Да, и в Сибири где-нибудь. А зимой все прям добреют резко. Кто-то пишет, по роже видно, что сыт. Сыт в смысле не голоден, они же это имеют в виду. Электрон, протон, нейтрон, мой трон. Продам дом, срочно! Быстрее, быстрее, покупайте его! Первый в мире треугольный лифт. Я не знаю, как это, что это. Это неудобно. Кто это придумал? Собака Питера Паркера. Удачный кадр, по-моему. Лучшие актеры. Ты когда понял, что идешь не в ту сторону и начинаешь делать вид, что что-то вспомнил, чтобы прохожие не подумали, что ты дурак. А еще отличные актеры — это курьеры, которые пытаются дать тебе сдачу и делают вид, что у них не хватает чуть-чуть сдачи, чтобы получить с тебя денег лишних. Отопление дали, говорит котик, и начинает тут же обниматься с батареей. По-моему, даже целоваться. Посмотрите, у чувака плакат с лицом самого себя. Мне кажется, это очень круто. Что курил автор книги? Рыцарь Чпок из Подливы. Я не понимаю, что означают все эти буквы. Какой рыцарь Чпок из Подливы? Кто понимает, о чем речь? Заботливые друзья укрыли, чтобы не замерз. Я бы сказал, не укрыли, а придавили. Мягкие и шелковистые, как у плотвы. Шампунь, смотрите, справа называется Геральт. Вчера возвращались домой ночью. Позвонила мать с предупреждением, что на углу дома какой-то замес, и лучше бы его обойти. Решили, что нужно какое-нибудь приложение, вроде Яндекс.Замес. Драка мощностью 7 баллов на перекрестке улицы Гагарина и Ленина. Можно обойти по улице Гоголя. Сашка пишет. Драка мощностью 10 баллов на улице Гагарина. Проехать и посмотреть можно на Яндекс.Такси. Это идея для стартапа. Кошка говорит мяу, корова говорит му, а жираф? Кто знает, что говорит жираф? Андрей пишет, еще одна интересная загадка для канала РЕН-ТВ. Вопрос, конечно, сложный, но я не понимаю, при чем тут лицо обкуренного лунтика. Раньше я жрал ягоды прям с непонятных веток на улице. Сейчас мой сын скушал вишенку с червяком и упал в обморок. Боже, вишенка с червяком, я бы сам упал в обморок. Найди на фото машину. Машина в стелс-камуфляже. Фотогеничность пса зашкаливает. Да мужик тоже ничего получился. История древнего мира. Кто-то пишет. Еще каких-то пару лет этот учебник будет в школах. Папа, я тут стираю, говорит ребенок, и это последнее, что он сказал, наверное. Нет, может он папа сказал, сотри, пожалуйста, файлы ненужные с компьютера, и он пошел стирать их. Как и зачем? Ну, возможно, так удобнее тусить с друзьями. Правду говорят, какой хозяин, такая и собака. Я бы на месте этого чувака просто плюхнул бы это кресло где-нибудь сбоку, и в него бы сам бы плюхнулся, и ехал бы комфортно. Мне так жаль нынешних детей, которые смотрят фильмы и мультики в интернете. Ведь они никогда не почувствуют того адреналина, когда за одну рекламку надо успеть сбегать поссать, взять похавать, помыть горшок за котом, съездить до Меркурия. А когда тебе с комнаты кричат «началось!», тебе надо добежать за долю секунды до телека, чтобы ничего не пропустить. Влад пишет «до слез». Еще одна необъяснимая фотография, но с другой стороны, если не так, то как иначе? Машина по-другому просто не влезла. А может быть это роды? Сынок, ты где сейчас находишься? Мама, я на паре. Бар. Короче, это кафе-бар для студентов. А представьте, что вот так вот в этом кафе-баре все выглядит. Порядок во дворе под контролем. Это смотровая вышка. Она забирается на вышку для того, чтобы у нее случился чекпоинт, наверное. И открылись новые квесты в этом дворе. Если вилка скатывается, то обязательно в соус. Ну а куда без законов подлости? Вообще на законах подлости вся наша вселенная основана. Если у звезды кончается водород, то звезда схлопывается. Задолбала. Ну или разлетается. Обожаю этот стиль лечения простуды, когда ты просто постоянно пьешь чай и надеешься, что все само пройдет. Ну да, еще можно какой-нибудь Strepsils пососать. Не потому что он помогает, а просто он вкусный. Что может быть хуже разбитого сердца? Илья пишет. Я думаю, обоссаться в штаны тебе тоже не очень понравится. Ну да, а еще если тебя машина переедет и не понравится. Или если тебе на голову упадет пианино. Или если тебя загрызет лев. Да чего угодно, блин, хуже, чем разбитое сердце. Я старый. Сегодня второклассник уступил мне место в автобусе. Дед Кирилл, 24 года. Вызов принят. Ну, почти. Зато справа позитивнее. Слева никто не улыбается, а справа, смотрите, смайлик. Бегите, глупцы, кричит ген... в смысле кот. Влад пишет. Когда нашел себе девушку в интернете. Мистер Бин, по-моему, очень прекрасен в любом образе.
Она это сделала! Посмотрите, собака укусила сама себя за хвост. Она придумала способ, как это сделать. Глупые собаки бегают за хвостом по кругу, а эта пошла другим путем, через низ. Браво. Просто решил постирать шнурки. И теперь у тебя получилась очень интересная головоломка, которую можно подарить другу, как такой оригинальный подарок, и сказать то, что это супер новая головоломка, никто не может ее распутать. Друг распутывает, и потом забираешь обратно. Этот стул повидал многое. Не только повидал, еще и потрогал. Кажется, лучше не открывать и вызвать священника. В Италии заметили бесстрашных козлов, гуляющих по крутому склону плотины. Кто-то пишет, как часто эти козлы падают, интересно? Один раз, кто-то отвечает, очень умный. Ну, в принципе, с такой высоты ты можешь упасть, да, и правда, только один раз. Главное, сильно не пукнуть. Моя тетя недавно получила умную колонку, Google Home. И кроме того, у нее есть еще одна, Alexa. Сегодня утром я спросила, окей, Google, что ты думаешь об Alexa? Он ответил, мне нравится ее синяя подсветка. И вдруг где-то в углу комнаты включается Alexa и говорит, спасибо. Мне страшно. Да, что же будет лет через 50, интересно, или через 200? Вы прикиньте, как далеко все может шагнуть. В моем детстве зима была такой. Настя пишет, даже запах дыма из печей почувствовала. И... хруст снежка. Опасайся человека в желтых носках. Чувак, ты сам себе враг? Удобно. Да, удобно, но аккуратней, мужчина, пожалуйста. Когда не нравишься учителю? Михаил пишет, когда не сдал деньги на ремонт школы, сказав, что моя мама платит налоги, поэтому пускай из бюджета государственного ремонтируют школы. Школы же тоже являются государственными учреждениями, и тебе сразу двойку влепили. В душе сцена, в жизни ремонт. «Да, он чертов гений!» — говорит нам мем. Вы знаете, а я вот ни разу в жизни не ездил на гироскутере. Интересно, я один такой? Улыбнись, а то сидишь таким лицом. Ну давайте, улыбайтесь тоже там. Я надеюсь, что вы не сидите с таким лицом. У вас хотя бы есть нос. Ха, вот это я пошутил. Интересная заколка. Интересно, она живая или нет? Главное, чтобы кошмар не приснился. А прикиньте, он там застрянет. «Только трос не порви!» Блин, отчаянные ребята. Отдал на лето пса бабушке. Екатерина пишет. Бедный песик. Виталий пишет. Проглотил бабушку. Сколько тебе лет? 17. И мне 17. Ты когда родился? 17 лет назад. Это чувак сам с собой, что ли, переписывается? Когда идешь по коридору, где учатся первые-четвертые классы, я должен выбраться отсюда как можно скорее. А ты пришел на подготовку к школе и идешь среди этих верзил. Фотки делаешь? Да, Богомол, не мешай, я фоткаю забор. 2 часа ночи. Блин, что вы покушать? Да спи давай покушать, тебе вставать завтра к нулевому уроку. Просто кормят хорошо. Ничего необычного, он просто очень длинный. Одеяло? Прынь. Так-то удобней. Я так обожаю делать. Найди кота. Тут можете поставить паузу и поискать его. Я вам дам подсказку. Кот здесь примерно в 1/4 экрана. Флешка шпиона. Представьте, как это будет смотреться. Достает свои зубы с USB-входом и вставляет в комп. У одного из этих полицейских день рождения. 8 лет. Кто-то пишет. Понятно сразу, что у хорошего мальчика. Прогревают. Только зачем? На улице же вон видно, что не зима. Иметь старшего брата бесценно. Он что, его ногами спихнул? Хотя мы тоже так все время делали, когда мелкие были. Хоть что-то оригинальное. Кто-то пишет, я один смотрю на мужика возле мусорки. Это Барак Обама, что ли, там фоткается? Головная боль 90-х. Да что ты знаешь о коварстве? Мой бывший, который изменил мне, полгода написывал с просьбами о прощении. И я сказала, что прощаю и согласна начать все заново. Но я теперь живу в другом городе. Ему придется переезжать. Он согласился, на следующий день прилетел ко мне из Ростова в Новосибирск. А я живу в Питере, ха-ха, вот это я наебунькала. Боже, я даже не знаю, это матерное слово или нет. Я такого слова не слышал никогда. Ну ладно, не будем его цензурить. Пускай будет наебунькала, забавно. Зайку захотели. Вот кто говорит, что черные коты это не круто, это к беде, это плохая примета. Я бы себе хотел черного котика. Это очень прикольно, они очень милые и клевые. И цвет, если прямо черный-черный, очень красиво смотрится. Как я вижу людей, которые не шарят в моде. А это ты. Черт, я не шарю в моде. Я скажу даже больше, мне пофигу на моду. Я люблю какие-нибудь кеды Converse, какие-нибудь обычные джинсы, не обтягивающие, не широкие. И какую-нибудь футболку, свитер там, все. Что ты такое? Интересно, кто был дизайнером этого? Непонятного.
В Ёж-Короле выпустили масло с названием «Спасибо». Ушла эпоха. Фраза «Спасибо на хлеб не намажешь» больше не актуальна. Ну, допустим, гав. Я так полагаю, конь пытался пролезть в проход для собаки или кошки. Мне кажется, у коня какие-то проблемы с оценкой размеров и своих возможностей. Кота Фёдора не пускать. Что теперь, у всех котов документы просить, говорит мем. Между прочим, у многих котов есть документы и собак. Здравствуйте. Здравствуйте, с вас 7000, Сережа пишет. А ты просто искал туалет. Нужно бежать сразу, пока тебе не ощипали на бабки. Пост сдал? Пост принял. Ни хрена. Между арбузами и мандаринами есть зазор временной. Не так сразу пост сдал, пост принял. Сынок, может на работу ты наконец устроишься? Мама, отстань. Ты не видишь? Я занят. Особо ценный груз. А может быть этот велосипедик сделан из какого-нибудь материала очень плотного и ничего больше не может его перевезти, потому что он очень тяжелый. А? Как вам такой расклад? Алексей Щербаков пишет. Из шерсти Лунтика? Да, бедный Лунтик. Да, вот решил на автобусе поехать. Моя ТБХа в ремонте. Извини, не могу говорить, на самолет опаздываю. О, Саня, а ты что здесь? Сегодняшняя твоя смена. И так ему. Саня, где твой билетик? Ты что, не заплатил за проезд? Дратути. Привет. Нельзя шевелиться, вдруг обидится и уйдет. Сейчас прикиньте, подходит доктор и бьет молоточком по коленке, и котенок улетает в космос. А здесь, походу, у паровозика Томаса запор. Кто за такие маршрутки? А прикиньте, такие бы реально в городе бы ходили маршрутки. Так народ набивается зимой. В грязной обуви все толкаются, стоят там вот здесь вот по креслам. За проезд передайте, сдачу возьмите, говорит водитель. Ладно, короче, ставьте лайк, если хотели бы, чтобы у вас были такие маршрутки. Красиво? Просто машина замерзла. Да, я думал, что это планета какая-нибудь. Например, Земля. Попросила мужа купить упаковку яиц. Упаковку яйца одного. Ну, в принципе, можно было купить такие 10 упаковок. Вот тебе десяток яиц. А может быть, это упаковка для киндер-сюрприза? У всех было. У меня не было такого, я не знаю. Я потому что точил карандаши, видимо, зубами. Цвет настроения шаурма. Сырный, беконный, обычный, чесночный, черная икра. Наш народ обычно не имеет плана действий. Он страшен своей импровизацией. Нет, а что если это прошлогодний хлеб, он настолько черствый, что его теперь только пилить можно? Как зовут твою маму? Я называю ее мама. Я также. Так значит мы сестры. Кто пишет? Женская логика. Сюрприз. Прикиньте, таким вышибалы играть. Сразу в больничку после попадания. Спокойно, это всего лишь камень. Но рисунок прикольный на камне. Это желтая, когда не хватило краски. Хотя, в принципе, можно было так, везде подписать. Это желтое, это белое, это желтое, это белое, и все. Так и хочется подойти и поправить. И сказать, дружко, у тебя закаталось ушко. Сразу видно, кто в доме хозяин. Кто-то пишет, красавчик пес выгнал кота. Всегда найдется тот, кто испортит фото. Да, особенно куча людей, которые испортили селфи оленю. И тут мне стало страшно. Всадники апокалипсиса давно пора. Их там двое, по крайней мере, скачут. И сзади третий прорисовывается, что-то непонятное. Ну это Mortal Kombat начало. Они сначала были группы, потом такие, давай в кино сниматься, давай. Ну и пах-пах, поехали. Когда едешь в автобусе стоя, и он начал резко поворачивать. Кто-то пишет, отличный шанс показать бицуху рядом с стоящим тёлочком. А прикинь, ты не успеваешь схватиться за поручень, он поворачивает, и ты просто падаешь в осеннюю автобусную слякоть на пол. Или в двери еще не до конца закрылись, и ты вылетаешь вообще из автобуса и катишься кувырком по лужам. А девчонки стоят и смотрят на тебя, как ты умеешь кувыркаться лихо. Ищу девушку для серьезных отношений. Иван, 15 лет. Кто-то пишет. Хочу в садик. Андрей, 37 лет. Андрей, видимо, устал от жизни. А кто это сделал? Ну, судя по лапкам, это... Само упало. Пап, может я сама пойду? Нет. Позорься. Не ждите чуда. Чудите сами. Я рад тебя видеть, пельмень. Я тоже рад тебя видеть, человек. Как твои дела, пельмень? Отлично. Здорово. А теперь умри. Ам. Отец, я отдал все твои игрушки в детский дом, сын. Зачем? Отец, чтобы завтра тебе не было там скучно. Сфоткай типа квадрокоптер. Чувак, тебе не хватает в руки хотя бы каких-нибудь пропеллеров. Хотя бы. План эвакуации. Теперь я чувствую себя в безопасности. Это план эвакуации из лифта. Блин, четкая тачка. С такой машиной просто все девки твои будут. А если она еще и едет, то это вообще круто. Ну а если не едет, то девки помогут тебе ее толкать, а ты будешь рулить сидеть. Когда угадал свой собственный пароль с первой попытки, кто-то пишет, не зря учился на программиста. Перфекционисты оценят. 4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4. Твои розы завяли, но моя любовь к тебе никогда не умрет. Ка пишет. На секунду я подумала, что это жареная курица. Даже после коммента вижу только курицу. Ну да, шашлычок лежит. Машина хоккеиста. День рождения у моих друзей. Это тачка тебе, с днем рождения. У меня. Дмитрий, с днем рождения. Спасибо, что вы с нами. Ваш Билайн. Ваш баланс меньше нуля. Краска кончилась. Клево, слева черно-белый тигр.
Аж глаза заболели. Господи, какая сволочь ты сделала? Срочно выковырять плитку и повернуть ее. Помогите! Интересно, за что арестовали медведя? Парковка сотого уровня. Времена нынче не те, говорит нам мем, что правда, то правда. Страшно представить этот звук. Блин, я думаю, что какие-нибудь гопники оценят такой глушак. Ну, они любят. Они любят играть в гонщиков. Типа, у них крутые тачки, они ревут. Но я думаю, что эти гопники в глубине души понимают, что они просто лошары. И все у них понарошку. Птицы и змеи. Две вещи, которые я рисую лучше всего. Ну, я тоже так смогу. Вот змею нарисовать вообще легко. Я даже смогу нарисовать головку у змеи. И там улыбочку ей подрисовать. И два глазика. Знак прозрачный. Это двойное указание для тех, кому непонятно. Тут космонавтов готовят, спрашивают нас мем. И я думаю, что это очень опасно, как минимум. Можно стать космонавтом нахрен. Китаец пытался въехать из Казахстана в Кыргызстан по паспорту Узбекистана, который купил в Турции. Интересно, у него вышло или нет? Не бойтесь, я держу его. Да тут... Сейчас он встанет на ноги и тебя, блин, возьмет на руки. Делай, что хочешь, только дай поспать. А это стражи, типа, они охраняют батин сон. Когда не расслышал вопрос, да? Кивнуть. А прикиньте, у тебя спрашивают твое имя, или сколько тебе лет? Ты, да. Кто-то. Не мусорите, а то уборщица будет ругаться. Я. Если мы не будем мусорить, зачем тогда уборщица? Кто-то. Действительно, если вы не будете мусорить, уборщицам перестанут платить зарплату и их уволят с работы. Но при этом мусорить все равно нельзя. Угадай, где я. Да ладно, не ссы, все сложится. Кто сказал, что против лома нет приема? Когда пишешь диплом. Поэтому, исходя из совокупности всех этих факторов, исходя из общего положения и опираясь на совокупность всех ранее вышеперечисленных и упомянутых фактов, блин. Самая полезная штука осенью. И зимой. И в душе. Смог бы съесть все один. Да. Тут потому что не сказано, за какой период времени. Поэтому я бы мог съесть один на завтрак, один на ужин, один на обед. Зашел к другу позвать гулять. Его мама сказала, что он гуляет с друзьями. Боже, какой грустный мем. Идеальный баланс. Поговорите мне тут. Нет, идеальный баланс — это когда у тебя на кредитной карточке 100 тысяч рублей. Вот это идеальный баланс. А все остальное фигня. Не идеально. Лучше миллион. Как настоящий. Чувак, да ты просто художник. Надо же было так реалистично кота дорисовать. Кормить будешь? Знак вопроса. Ну, как бы, вот он, видите? Счетчик дней без косяков Никиты. Целых один дней без косяков. Молодец, Никита. Никита пишет, мне неприятно. Нам тоже, пишет весь офис. Кто-то пишет комментарии. Все мы немного Никита. Да, походу, Никита всех достал там. Пол с подогревом. Ну, в общем, наша версия. Познакомился сегодня с симпатичной девушкой. Дал ей номер и попросил позвонить, когда она доберется домой. Пацаны, походу, она бездомная. Муму 2. Возмездие. Это Муму, плавно перетекающая в кладбище домашних животных Стивена Кинга. Это могли бы быть мы, но ты не хочешь приезжать в мое село. Кто-то пишет. Доча, я нашла тебя. Да, мама. И такие идут друг к другу, мимо друг друга проходят и врезаются одна в дерево, другая в столб. Роман пишет. Человек-паук. Возвращение от бабушки. Нет, это побег от бабушки, потому что он уже не может больше есть. Я должен не наступить на линии, иначе проиграю. Нет, иначе умру. ТГ дымлю, 5 утра. Виновен. Четкая тень. Мяч счастливого детства. Кто-то пишет, если мокрый, то по лицу прям очень больно. А сухим как будто приятно. Электричество потекло. Упс, вилка растаяла. Чувак, ты пожарил вилку. Зачем? Возможно, просто он был очень голоден, у него не было еды, он студент, живет в общаге. И, короче, начал питаться вилками. Такие вот сумасшедшие умозаключения я могу сделать, глядя на этот мем. Оказывается, все так просто. Японский за 3 месяца, японский за 15 минут. Вы уже знаете японский. Кто-то пишет, 4-й книги не хватает. Вы японец. Пацаны, я реально не знал, что училки вас заставят учить мою теорему. Пифагор, 435 год до нашей эры. Чувак, не парься. Вот кому и правда нужно извиняться, так это Пушкину. Потому что твоя теорема — это одна маленькая строчка. А Пушкин — это ох. Первое. Возьмите свой возраст. Второе. Прибавьте к нему 10. Все. Это будет ваш возраст через 10 лет. Кто-то пишет. Капец, реально работает. Когда собираешься гулять, и младший брат такой. Мама сказала, чтобы я шел с тобой. Ура, наконец-то сделали кружку для левши. Додумались, а то вечно ручка справа, блин. А левши обделяют. Вот, пожалуйста, теперь ручка слева. Отпусти. Сейчас я покажу ему милую киску. Мужики, едьте, здесь не глубоко. Да, главное, чтобы акул не было. Я. Случайно произнес слово «гулять». Моя собака. Особенно слева внизу. Что с ней? Она мутирует в слона. Чарльз Флойд. Это Чарльз Флойд по кличке Красавчик. Он уничтожал ипотечные документы людей, когда грабил банки. Роман пишет. Нам нужен такой герой. Мастер пазлов 1000 уровня. Блин, как это можно было собрать? Вы просто представьте, если все это раскидано и перемешано.
Прям театр на колесах. Так, что сегодня показывают? Да, спектакль называется «Водитель рулит». Если что, это маршрутка. Вон, смотрите, слева висят правила пользования маршруткой. Когда родители увидели, что я сел за уроки, сам, без подзатыльников, без криков, просто пришел и сам сел. Главное в темноте не выбежать, и такой силуэт останется, как в Том и Джерри, когда они стенки пробивают. Билет в океанариум стоит 1000 рублей, я в день официально зарабатываю 1100 рублей. Долбанная рыба получает столько же, сколько и я. Ничего личного, братан, это просто бизнес, говорят рыбы. Настоящий джентльмен. Я знаю, что ты с работы припрёшься уставшая, поэтому я пожарил картофан, сожрал его, а сковородку залил водой, чтобы тебе было легче отмывать. Когда понял, что ты во френд-зоне. Когда забыл ключи и никого нет дома. Кто-то пишет, а ключи под ковриком. И тебе просто лень встать, потому что в принципе и так все хорошо. Хороший фотограф на вес золота. Прикиньте, спину скрутило, он лежит, выгнулся и ничего сделать не может, а люди думают, что и он их фоткает. Вдруг. А вон там, смотрите, вдалеке мужик стоит, скосив ноги, и мне кажется, он хочет писать. Бэтмобиль сломался. Ничего страшного, 20 рублей и ты на месте. Но почему, когда я одеваю наушники, кажется, что все сидящие в комнате начинают разговаривать со мной? Потому что у тебя паранойя. Я его убаюкал. Что дальше? Дальше бери фломастеры и зарисуй его. Кажется, туристам здесь не рады. Пакет с пакетами? Ерунда. Вот гараж за 5 километров от дома для хранения 3-литровых банок. Вот эта тема, Виталий пишет. Особенно, когда машины нет. Это слишком жестоко. Мой друг собирается завтра на свидание в кино и попросил меня забронировать им билеты. Готово. Просто Оля пишет. Там сатана звонил, потерял своего ребенка, но я тебя не выдала. Огромное спасибо паукам за то, что они не умеют летать. Да, действительно, это круто. Они просто умеют тихонечко сидеть, никому не мешать, очень деликатно в углу ловить мух. И если ты к ним приближаешься, они просто в страхе, в шоке убегают куда-нибудь в свое убежище. Сидят там, дрожат и думают, только бы человек меня не убил. Когда увидел друга, которому должен денег. Надо только еще голову засунуть куда-нибудь. Палишься, палишься, парень. Вы цены вообще видели на творог? Кто пишет, не творог, а творог. Кто же пишет, как вы это делаете? Андрей пишет, я же не один прочитал творог и творог. Да нет, Андрей, не один. Когда папа сварщик сделал соседям тапки, ну чтобы им там снизу жилось не очень сладко. Когда увидел цены на бензин. А чё, так можно было? Моя жена готова убить за мед. У нас дома все с этим долбанным медом. Освежитель с медом, гель для душа с медом, вся ее косметика с медом. Когда она хочет меня поцеловать, сначала мажет мои губы медом. Обои с нарисованными сотами. Мне кажется, я встречаюсь, блин, с пчелой. Кто-то пишет, с бабой Капой. Шершуля хренов. Когда решил занести асфальт на ночь домой, Донни пишет, на ремонт дороги было выделено 15 миллиардов рублей. Нет, он заносит асфальт на ночь домой, чтобы его не сломали. А перед тем, как ему нужно будет куда-то поехать, он его положит обратно. Это у каждого свой личный асфальт. Кладешь свою дорогу, свой асфальт, и по нему едешь. Что-то пошло не так. Я хотела проверить парня и написала записку. Я ушла, больше не вернусь, не задавай вопросов, прощай. Отнесла все свои вещи в машину, машину спрятала за домом, а сама спряталась под кровать. Он пришел, прочитал записку, позвонил кому-то со словами, что-то вроде, она все узнала и ушла от меня. Но зато нам теперь никто не мешает. Я выезжаю. И ушел. Я уже подумывала о том, чтобы заказать киллера. Вылезла из-под кровати и увидела записку. Вот тебе не хрен делать, конечно. Я видел твои ноги. Я за хлебом пошел. Приготовь ужин, долбанутая. Я люблю его. Слышите этот писк? Еще бы. Хотя сейчас таких настроечных таблиц уже не встретить. Утеплились на зиму. Нет, это фрагмент постапокалипсиса. Отпусти, девка, мы же сейчас грохнемся. Она думала, это птица, не ругай ее. Боже, что за наркоманский мимас. Четкий пацан. Может быть, он просто умеет летать? Всегда боялся такой хрени. И вот что тут страшнее, стоять на балконе и думать, что вдруг он упадет? Или стоять на балконе и думать, что кто-нибудь на тебя сверху упадет? После физры, Аня пишет, он пьет воду под водой? Да, Аня, он делает все под водой, и жгет костры под водой, и пьет воду под водой. Еще они там моются в пене под водой, в ванной, и в ванну воду наливают. Внимание, двор охраняется боевыми хомячками. Страшно только от одного его вида. Интересно, под чем этот хомячок? Итак, каждое утро, именно на моей машине. Потому что, чувак, у тебя бэха. Киски любят бэху. Сейчас 13-летний, отмечаю день рождения. Роллы, вино, кальян, пафос. Мой ДРФ 13 лет. Мама купила копченую курицу, газировку и устраивала конкурсы. В конце младший брат случайно разбил мне рожу качелью. Виталий пишет, нифига себе, у тебя были конкурсы, везет. Милая принцесса. Пухленькая. Так вот она, какая сказочная тропа. Нет, это красная ковровая дорожка у тебя в селе.
Осталось подойти и громко крикнуть. Или нет, можно перевернуть этот стул вместе с парнем. Хотя это будет слишком жестоко. Решил помочь однокласснице-отличнице донести портфель. Действительно важный вопрос. Как так получилось, что единороги – выдумка, а жирафы реальные? Просто подумайте, в чье существование проще поверить? Леопарда, олень и верблюд с трехметровой шеей или коня с рогом? Поверить проще в коня с рогом, но ты можешь проверить. Пойти в зоопарк и увидеть там жирафа. Открывай давай, мы нагулялись. Надо было внизу подписать твои домашние оборотни. Как вам комната моего котика? Прикольно. Бантус, какантус, пишет нам мем. И кто-то очень оригинальный внизу подписал говно на палочке. Между прочим, очень полезное говно на палочке. Им можно ванну прочистить. Ваше котейшество, кушать подано. У кота взгляд какой-то суровый, как будто ему не нравится быть королем. Мне вчера парень привез плов в контейнере. Мы ели его пластиковыми вилками в машине возле дома. И когда я хотела сказать, что не стоило ехать через весь город с этим пловом ко мне, он достал помидорки черри и сказал, что они мытые. Ник пишет. А потом она говорит: мне бы такого же парня, как ты, долбанная френдзона. Но, к счастью, нет. Когда с утра стоишь под душем и тупишь несколько минут. Ангелина пишет, он хоть стоять может. Мама сказала одеться потеплее и сделать лицо поприятней. Что ты смотришь на меня, как будто я твой враг, блин, номер один. Нафиг, следующий мем. Наблюдательный пункт самой главной бабушки. И метла, смотрите, или что это, веник слева у нее, наверху. Это ее оружие, она им стегает всех подряд. Когда ударил младшего брата, и скоро придут родители. Но подари ему что-нибудь, и он не заложит тебя. В одной из питерских кофеен ложим в ихнее экспрессо мороженое. Получается глиссе. Влад пишет. Здесь ошибок столько. Катится слеза. Как писать так можно? О, мои глаза. Боже, у меня сейчас будет орфографический инсульт. Когда взрываешь петарды с одноклассниками, это глазами взрослых. Почувствую себя королевой Дриско. Заметь, именно королевой. Даже если ты мужик. Я? Моя мама? Папка-домашка весом 82 гига. Но просто парень очень любит делать домашку. И там все домашние задания, накопленные за годы учебы. И садика. И яселек. Друзья, я Макс Максимов, и я работаю писателем. Вышла моя новая книга под названием «Инверсия жизни». Книга в жанре фантастика-хоррор. Продается она во всех книжных магазинах. Если вы уже читали какие-нибудь мои книги, то оставьте свое мнение о них в комментариях. Ссылка на книжку «Инверсия жизни» будет в описании под этим видео. Спасибо за просмотр. Если вы не подписаны, то подписывайтесь и нажмите на колокольчик. Тогда завтра вам придет уведомление, и мы с вами снова окажемся здесь и будем смотреть мемы. Все, ребятки, всем пока-пока.